que no sé cuántos fondos hay aquí. ¡Oh! ¡Oh! Спиннингисты из Альсихирос. Ну что, мы направляемся в сторону района Тарифа в поисках наиболее открытой части пролива. И будем ловить рыбу. Мы попробуем ловить на поверхностные приманки и воблеры, если позволит прилив. Сейчас он уже спадает, но может усилиться потом. Если получится, мы отойдем на 40-50 метров в каменистую зону в открытом море и поищем хищных рыб, которые захотят атаковать нашу приманку. Ну, посмотрим, повезет ли нам. Te dejo que hay una actividad finder. Impresionante. Como si estuviéramos en el trópico. Venga, ¿te vienes a comerte el limón? ¿Es una plancha para cenar? Venga, un beso. Ahora. Ahora. ¿Quieres pescillín? ¿Eh? Sí. Сорвался. Правда, он сэкономил нам часть усилий. Мы увидели его, полюбовались, и он ушел обратно в море. Отлично. Я доволен. Пакита только что сказал. Николай, а ты сейчас поймаешь еще одну. Возьми фокус получше. Смотри, тут сильно выступили капли. Там внутри холодильник. В каюте холодильник. Мы ловим пиламиду на продвинутой удочке, чтобы получить от рыбалки как можно больше удовольствия. Видно, какой у них строй. К тому же эти удочки созданы японскими конструкторами. Они отлично подходят для рыбалки на таких рыб. Николай рыбачит на ламиглаз. Это тоже отличные удочки. Они отлично подходят для такого вида рыбалки и никогда не подводят.
Рыба не очень крупная, но зато ловить ее интересно. Но приманка, как правильно сказал Никола, идет немного... немного ниже. Не как сегодня утром на поверхности. Так что мы используем... мы решили использовать их по минимуму. В данном случае взяли рывковые джерки. Что ж, это дает отличные результаты. Madre mía. Приманка работает энергично, и как только рыба ее видит, она безжалостно атакует. Ну, рывковый воблер, как всегда, делает свое дело. Лови и отпускай. Смотри, несколько птиц в воде. Но я думаю, что это ложная тревога. Не похоже, чтобы на поверхности была рыба. Я бы все же выбрал это место. Спокойно, они тянут. Мы без проблем можем туда перейти. Да, да, пошли. Никола прав, там достаточно много птиц. Давай попробуем. Давай зайдем с востока, чтобы не попасть прямо сверху. Будем держаться по ветру. Смотри. Смотри на летучих рыб. Вот они. Пошли. Смотри. Смотри, где рыба, прямо над мелью. Над мелью есть рыба. Ты видишь? Туда. На самом деле мы приехали сюда, потому что сюда улетели птицы. Очевидно, за едой. Но хищников тут, кажется, нет. Любопытное явление. Иногда так бывает. Я только что забросил приманку в центр стаи рыб. Мы будем рыбачить, и ближе к вечеру посмотрим, попадутся ли нам другие виды рыб, за которыми мы приехали в эту часть пролива. Например, барракуда. Здесь, к счастью, водятся довольно крупные барракуды. Они тянут не так сильно, как пиламиды, которых мы ловили сегодня утром. Но все равно их ловить тоже очень интересно. У них очень красивая поклевка. Может быть, нам даже удастся увидеть, как они целиком выпрыгивают из воды. День обещает быть хорошим. Ветер с утра был легкий, а сейчас полностью улегся.
Так что мы наверняка найдем этих рыб в выбранном нами месте. Это покрупнее. И хорошо бы это была пиламида. Здорово будет, если это она, дружище. Это пиламида или барракуда? Или очень крупная пиламида? Осторожно. Ладно, ладно. Поднимай, поднимай быстрее. Спокойно. Ладно, отпускай. Ну, я не знаю, где здесь дно. Они тянут на дне, дружище. Иду, иду. Вот он. Ну, большой, смотри, как сопротивляется. Да, он большой. Втрое больше, чем мои остальные. Ничего себе. Большой, за меня не беспокойся. Ничего не будет. Я не очень хорошо знаю этот пролив, но сколько раз ездил, ни разу не видел стаи птиц. Это первый раз, когда под птицами я увидел насекомых, которых они атакуют. Это действительно впечатляет. Ну и атака у меня запуталась. Ты держишь? Справа, дружище, справа. Ты его тащишь? Подцепил. Это тоже увидела лодку и решила уплыть в море. Надо же, такие небольшие рыбы, а так отчаянно пытаются освободиться. Они весят максимум 3 килограмма. Но борются очень красиво. Невероятно. Как дела? Чувствую себя карликом. Потому что они клюют очень агрессивно, много бросков.
а потом очень красиво пытается освободиться. Лодка поворачивает. У меня есть одна небольшая проблема. Осторожно, Пакито, не задень меня, пожалуйста. Мне кажется, мне надо перейти на другой борт лодки. Не знаю, что с ними случилось с утра. Может быть, они хорошо наелись, но к вечеру они стали сильнее бороться. Кажется, тут нам попалась отличная стая хищных рыб. А вот и наш новый гость. Давай холодильник. Тяни сюда, внутрь. Смотри. Смотри, где они. Снимай вот там, где птицы. Видишь, где птицы, там и рыбы. И еще, если ты заметил, чем больше мы приближаемся, тем больше они пугаются. Первый раз они позволили нам подойти, и второй тоже. Но, боюсь, на третий раз они не подпустят нас так близко. Так что, может быть, лучше будет подождать сильного ветра, который подгонит нашу лодку туда. Смотри на остров чуть ближе. Смотри, они все прыгают. Вот он прямо перед тобой. Я не вижу, он над тобой. Нет, 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 все хорошо, он рядом. Ничего себе. Отлично, да? Ahora voy a hacer
qué bueno, vení, mira. Ahora, ¿eh? Por la tarde, ¿eh? Sí. Bueno, estamos aquí. Ну вот и мы тут. Мы приехали прямо сюда. Единственное, что по дороге, как сказал Никола, нам попалась стая птиц. Что практически необъяснимо в этом проливе. Ведь я здесь практически никогда не видел их, только совсем иногда. Мы остановились, забросили приманки и поймали несколько рыб. Но вскоре рыба немного опустилась в сторону дна. Пирамиды пропали. Но мы как раз на том месте, куда ехали изначально за барракудой. Солнце немного садится. И мы наверняка можем сказать, что они возле лодки. Ничего себе, ну и рыба. Вот она. Пирамида? Да. Ты поймал? Да. Вот еще один. Тут прямо аншлаг. Слушай, я заметил, что ты часто забрасываешь в сторону носа лодки, да? У тебя чаще клюет просто потому, что если рыба плывет против течения, а ты забрасываешь сзади, рыба пугается, если забрасывать по течению. Рыба воспринимает это более естественно. Я наблюдал это и в дельте, справа от лодки, больше клевало, чем в других местах. Мы сейчас используем длинный поппер на поверхности. Вдруг получится вытащить барракуду. Потому что пока они не подавали признаков жизни. Смотри, какая пена, дружище, они прыгают туда.
Иди, давай же. Ну и рыбы. Даже лодки не боятся. Отлично, Никола, молодец. Он такой сильный. Осторожнее. Двойная поклевка. Да, смотри, он такой маленький, но так отчаянно сопротивлялся. А где же... Где пиламида, а? Сфоткай ее. Сделаешь? Я сохраню ее. Все в порядке? Да. Смотри, что тут творится. Какая красота. Какой кошмар. Нет, он ее атаковал, но где рыба? Рядом с лодкой? Я такого нигде не видел, это невероятно. Молодец, отлично. Ну надо же, это сфирена. Вряд ли, а даже если и так, то очень крупная. Она стаскивала 100 метров лески два раза. Если это барракуда, слишком крупная и гладкая. Ничего себе. И к тому же перед лодкой. Давненько у меня такого не было. Ничего себе поклевка. Сегодня прямо невероятно. Я подтянул поппер, остановил его. И при полностью неподвижном поппере она выскочила на метр из воды. Просто фантастика. Это барракуда. Надо же, атаковала полностью неподвижную приманку. Самое невероятное в этом, то, что в темноте, когда уже практически ничего не видно, мы ориентируемся по звуку, который издают пиламиды или барракуды, всплывая на поверхность за едой. Это безумно интересно. Хотя я и небольшой любитель ночной рыбалки, мне интереснее видеть, что происходит в воде. Но если ночная рыбалка идет удачно, то это совершенно особенное ощущение. Честное слово. Ты не поверишь, но я был очень рад видеть, что у моего друга Николы так отлично идет рыбалка. Надо же, какая красота. Ты видел, как они выпрыгивали из воды? Ничего себе. Они тянут слабее, чем пиламиды, гораздо слабее, но... Осторожно, я не думал, что они будут тянуть так сильно. Они крупные. Нет, я вытаскивал рыб, они практически не сопротивлялись. К тому же, знаешь, я надеялся, что они будут менее осторожны.